Еще одна пара, которой я симпатизировал все время, Татьяна Навка и Вадим Колганов. Помните, в начале ледникового периода Татьяна была на конкурсе танцевальном и приступила к выступлениям только со второго этапа. А Вадим Колганов ждал ее и тренировался один. И казалось на первом их выступлении, что у них не получается дуэта. А потом оказалось, что дуэт еще какой классный. Лучше и естественнее в роли стиляги из Москвы, чем Вадим Колганов. А Таня Навка по ходу номера научилась танцевать и твист, и рок-н-ролл. Классное настроение создают ребята, выступая на льду. Они сами получают удовольствие. Улыбка с их лиц не сходит. И это заражает нас, зрителей. Я тоже улыбался, пока шел этот номер.